иногда не доходит вот так вот, плохой контакт, либо вот так наперекос становится из-за того, что внутри очень много мусора. Вот здесь в разъем попадают катышки, попадает мусор, пыль, все что угодно может попасть. Дальше затрамбовывается коннектором нашим. Для того, чтобы этого не было, нужно почистить. Почистить можно самому, а можно отдать профессионалам, которые его вычистят как положено, но за денежку. Самому лазить в разъем никакими мелкими предметами нежелательно. Для того, чтобы почистить, нужно использовать сжатый воздух. Для начала продуем. Потом возьмем трубочку и продуем направленно трубочкой. Таким образом у нас вычистится весь разъем и ничего угрожать не будет поломке коннектора, поломке самих клемм, которые расположены внутри и самого разъема, и дорогостоящей его замене в последующем.